Впервые в истории Калининградской области в городе Багратиновске прошел якутский национальный праздник эсэх. Все подробности в материале нашего корреспондента Айсены Бурнашовой. Эсэх бьет рекорды и расширяет свои границы. В этом году жители Янтарного края также присоединились к празднику народа саха. Час езды от Калининграда и всего лишь 2 километра до Польши. Посвященный 385-летию вхождения Якутии в состав России, праздник состоялся на певческом поле Багратионовском. Организаторами эсэха стали члены общественной организации «Культурные связи Калининград-Якутия-Северяне» при поддержке местных властей и правительства Якутии. Отметим, что в Калининградской области проживает более 300 якутян. К эсэху организаторы готовились 1,5 месяца. Ну, мы выбрали этот район, этот город Багратионовск, потому что здесь Азов, глава района, каким-то образом очень хорошо связан с Якутией. Пошел навстречу нам. Мы так хорошо все это организовали совместно с администрацией, поэтому мы здесь проводим. Эсэх вызвал особый интерес не только у выходцев из Якутии, но также и у жителей Янтарного края. Всего праздник объединил более 500 человек. Открытие эсэха началось с церемонии благословления Алгыс. В обрядовой и концертной части праздника приняли участие коллективы из города Якутск, Намского, Мегино-Кангаласского, Татинского и Хангаласского районов Якутии. Неотъемлемой частью эсэха стали и спортивные состязания – масс-рестлинг и борьба хапсагай, где проверить свою силу и ловкость могли все желающие. В этот день на певческом поле также развернулась выставка-продажа и тюгюльге с национальной кухней. Гостей угощали жеребятиной, якутскими оладьями и кумысом. Это очень интересно, разных народностей узнать обряды и обычаи. Это очень познавательно, и детей привел с собой сюда своих. Очень хорошо. Дай Бог, чтобы дальше вот так вот наше землячество расцветало. Ну, очень даже нравится. Спасибо за это мероприятие. Вообще прям восхищена. Выражение «первый блин комом» обходит эсэх Багратионовска стороной. И, по словам организаторов, уже в следующем году второй по счету главный праздник народа саха пройдет со статусом европейского. Айсена Бурнашова, Виталий Бунаков, НВК «Саха», Багратионовск, Калининградская область.